А вот можно спросить, замалчивается факт, что Курск, когда пошел экипаж, они шли с черным флагом и с золотыми буквами там написано. Я сам лично это видел. Вот почему этот факт замалчивается? У нас есть работа, читайте ее. Какой там флаг, это не так уж важно. Для нас однозначно Курск потоплен американской подводной лодкой. Вопрос другой. Почему после того, как сразу обе лодки были обнаружены, Путин не дал приказания уничтожить их? Ответ тоже лежит на поверхности. Наша лодка погибла, как только бы поднялись вертолеты, торпедоносцы. Они могли утопить обе американских лодки. Но вдоль побережья Соединенных Штатов курсируют наши стратегические лодки. Тут же было дано бы указание их уничтожить. А это глобальная термоядерная война и конец цивилизации. Не может Путин сейчас говорить об этом. Мы можем.